Вот с нами сегодня Женя Тарасова, Владимир Морозов, чемпионы России, призеры Олимпийских в командном зачете, призеры чемпионата мира. Женя и Володя, вот первый вопрос. Володя, для Жени чай или кофе? Кофе. Правильно. Не знает. А почему ты кофе больше любишь, чем чай? Не знаю, бодрит. А Володя, чай или кофе? Володя, чай. Даже знаю, какой, наверное, каркаде. Просто кофе меньше люблю. С чай стравить. Сейчас второй вот для Жени. Кошка или собака? Собака. Правильно. Да, у меня собака дома жила. Для Володи, наверное, кошка, но лучше без животных. Правильно? Ну, на самом деле, да, кошка. Майкуны нравятся. Такие прям пушистые. Но так как мы постоянно на разъездах, да. На тренировках, на сборах и на соревнованиях тут без домашних животных получается. Потом для Жени книжка или кино? Сериал. Правильно. Меньше времени занимает, чем кино, и книжку тоже. Ну, легче сериал посмотреть. Сериал больше времени занимает. А Володя книжку или сериал выбирает? Компьютерная игра. Неправильно. Ну, для Володи, наверное, сериалы. А вот в квартире, в комнате порядок или бардак? У Жени или у Володи? Да, у Жени. Порядок. Володи, беспорядок. И последний вот. Деньги копить или тратить для Жени? Тратить, конечно. Для Володи копить. Хорошо, спасибо. Удачи вам. Спасибо.